вместе! Историческое воссоединение. В Самаре прошел расширенный телемост, приуроченный к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. На связи с самарцами представители новых территорий. Поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия. Нужно сказать о том, что гражданское общество там формируется сейчас по определенному образцу того, что у нас в России представлено. Вот. И здесь мы им помогаем не только материально, а в большей степени мы помогаем даже методически. И то, что в Самарской области сегодня в такой значимый день вышло на телемост 4 субъекта, их представители, руководители общественных крупнейших организаций, это к вопросу о том, что значит это взаимодействие, оно, видимо, взаимоинтересно. Там живут люди, которые говорят на нашем русском языке. И это самое главное, поскольку они являются носителями русской культуры. И вообще говоря, когда людей лишили этой возможности, это, я повторяю, это гуманитарная катастрофа. Самарская область активно помогает присоединенным областям. Эту работу также обсудили во время телемоста. Это истинно русские люди, это русские территории, и мы всегда рады русскоязычному населению, которые всегда отвечали нашим чаяниям, и всегда в сердце и в голове у них был русский дух, там Русью пахнет. Один из субъектов, которым помогает Самара, город Снежное в Донецкой области. Поговорили о возможности новых экономических связей. Для нас это огромный праздник, который навсегда останется в сердцах дончан. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.